Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в очередном топе. А в этом топе я хочу продемонстрировать 5 наилучших виджетов, так называемых Image Box. Если по-русски сказать, это использование какой-то картинки с возможностью нанесения на картинку текста. И самое главное, срабатывает красивый эффект при наведении на эту картинку. И, соответственно, какие эффекты будут происходить, от этого как раз зависит место в топе. Чем красивее Image Box, тем выше к первому месту находится данный виджет. Итак, поехали. 5 место моего топа занимает виджет Zoom Hoverbox Widget. Внешне представляет из себя эффект при наведении. То есть мы можем загрузить виджет картинку, повесить градиент, наложить текст. Каждое слово можно делать разным цветом. И, соответственно, вы сейчас видите эффект при наведении. Не просто увеличивается, немножко поворачивается. И это можно сделать достаточно резким. Как вот в этом примере. Использовать на странице можно сколько угодно таких элементов. Соответственно, наш вот этот Image Box, он также может являться ссылкой. Возможности. Можно установить максимальную ширину и высоту нашего Image Box. Установить цвет градиента для изображения. Установить скорость эффекта. Есть возможность добавить 3 слова на наш Image Box. Также есть возможность установить цвет для текста. Установить выравнивание текста. Установить размер шрифта текста. Установить межбуквенное расстояние, ссылка на фотографию и другие возможности. Четвертое место моего топа занимает виджет Text Reveal Hoverbox Widget. Поворот на 180 градусов. Визуально это выглядит так. При наведении у нас поворачивается наша картинка, затемняется цветом и появляется текст с кнопкой «Подробнее». Соответственно, на кнопку мы можем вешать ссылку. И, соответственно, вы видите цвет, можно делать разный при наведении мыши. Возможности. Добавление нескольких экземпляров на одной странице. Также установить максимальную ширину и высоту виджета, установить цвет фона при наведении, установить скорость эффекта переворачивания, установить цвет текста, установить выравнивание текста, установить размер шрифта текста, установить межбуквенное расстояние и другие возможности. Третье место моего топа занимает Testimonial Card Hoverbox Widget. Визуально это выглядит вот так. На мой взгляд, очень симпатично и достойно третьего места. Здесь у нас затемняется фон и появляются вот именно от угла красивые такие тоненькие рамочки. Соответственно, вы видите, что затемнять мы можем любым цветом. Возможности. Добавление нескольких экземпляров на одной странице. Установить изображение во всю ширину и высоту. Установить максимальную ширину и высоту для данного бокса. Установить цвет фона при наведении. Установить скорость эффекта при наведении. Добавить текст. Установить цвет текста. Установить выравнивание текста. Установить размер шрифта текста. Установить межбуквенное расстояние и другие возможности. Второе место моего топа занимает виджет Hover Reveal Social Card Widget. На втором месте уже более серьезный такой виджет, более красивый. При наведении смотрите, что можно сделать. Очень красиво заполняется такой подложкой, где также можно разместить текст, но здесь мы можем добавить свои социальные кнопки. То есть не обязательно это должны быть именно Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Здесь, соответственно, все цвета, все кнопки, соответственно, иконочки все шрифтовые. И, соответственно, второй вариант, что
чтобы вы понимали, можно делать подложку разного цвета и придавать ей прозрачность. Возможности данного виджета. Добавление нескольких экземпляров на одной странице. Установите максимальную ширину и высоту данного виджета. Установите цвет фона при наведении. Установите непрозрачность для заливки. Выберите один из более чем 600 шрифтовых иконок. Установите цвет иконок. Установите размер иконок. Установите цвет иконок при наведении мыши. Установите границу, радиус для иконок. Повесьте ссылку на иконку. Есть возможность открыть ссылку в новом окне. И другие возможности. И первое место, на мой взгляд, по праву занимает самый красивый виджет – панель Revel Hoverbox виджет. Итак, барабанная дробь и… Вау! Вот такой вот суперский эффект при наведении. Сразу вы уже понимаете, что цвета все настраиваются, в середине иконочка меняется, и это тоже все может быть ссылкой. Возможности данного виджета. Добавление нескольких экземпляров на одной странице. Установите максимальную ширину и высоту данного виджета. Установите цвет панели виджета. Установите непрозрачность. Установите скорость перехода при наведении мыши. Установите иконку на данный виджет. Установите размер иконки. Установите цвет иконки. Установите непрозрачность иконки. Выберите один из более чем 600 шрифтовых иконок. И другие возможности. Итак, на этом этот топ подходит к концу. Надеюсь, он вам был интересен и полезен. Все виджеты, представленные в топе, коммерческие и стоят от 5 до 10 долларов за штуку. Данные виджеты предоставила контора. Мне будет интересно знать, какие топы вы бы хотели видеть на моем YouTube-канале. Напишите, пожалуйста, об этом в комментарии, свои идеи и пожелания. Также мне будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишетесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные топы. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.